Так. Angry Space, как Angry Birds. Да, добрый день. Тут принято с опросов начинать, да? Вот про смартфон уже не спрашиваю, у всех есть смартфоны. А поднимите руки, кто зарегистрирован хотя бы в одной соцсети. Смелее, смелее. А в двух? Ну, почти весь зал, значит, в правильном месте я нахожусь. Смотрите, любой бизнес сейчас имеет представительство в соцсети. Это может быть какая-то группа ВКонтакте, в Фейсбуке, сообщество в Инстаграме. В частности, организаторы данного шоу имеют также представительство в трех соцсетях и в Ютубе. Я посмотрел перед встречей. И существует проблема. Люди туда пишут, и пишут много. И это отдельная проблема — отвечать быстро и качественно этим людям, этим потребителям. У вашего СММщика должно быть открыта куча вкладок, а если еще этих СММщиков много, получается неэффективный процесс. Мы создали сервис, куда вы один раз подключаете все свои аккаунты и общаетесь в едином окне. Все комментарии, все упоминания и все личные сообщения падают вам в единый интерфейс, и вы из него же отвечаете. Ну, примерно вот так это выглядит. Мы не одни на этом рынке, мы это прекрасно понимаем, мы изучаем и понимаем наших конкурентов. Наши клиенты нас выбирают за то, что у нас очень удобный и практичный интерфейс. Наши пользователи тратят очень мало времени для того, чтобы принять решение по какому-то тикету и ответить конечному потребителю. У нас глубокие возможности для интеграции и очень хорошая аналитика по реагированию. Мы продаем облачные решения по подписке с бесплатным триалом через прямые продажи и партнерки через агентство. На самом деле наше решение уже работает, мы его внедрили в ряде организаций. В частности, можно навести на этот QR-код, посмотреть, что Герман Оскарович думает про внедрение Angry в Сбербанке. Наше решение, мы считаем, уже довольно зрелое. У нас есть, на мой взгляд, отличная команда технарей и профессионалов. Некоторые из участников этого коллектива работают вместе уже 15 лет. И мы сейчас ищем деньги на масштабирование, маркетинг и стимуляцию продаж до 40 миллионов рублей. За эти деньги мы выстроим процесс продаж, начнем продвигать активно продукт и развернем агрессивный маркетинг. Ну и под конец немножко кейсов. У нас есть кейсы, где крупные бренды в 12 раз уменьшали время реакции. Есть кейсы, где в 9 раз обрабатывали больше обращений соцсетей одним и тем же составом. Есть даже кейсы, где небольшие агентства в виде двух СММщиков обрабатывали, вдумайтесь только, 210 сообществ. Ну и, наверное, самый интересный кейс, когда крупный бренд имеет огромный поток, в данном случае это 400 тысяч сообщений в месяц, и он обрабатывается 40 модераторами синхронно, без каких-либо ошибок, со средней скоростью реакции в 13 минут. Спасибо, надеюсь, вам будет полезно. Вы все можете попробовать этот продукт, вот перейдя по ссылке на QR-код или написать мне в Facebook. С удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо.